Около 500 молодых педагогов приехали в Новосибирск для участия в Евразийском конгрессе. Поделиться опытом и новыми методиками они смогут во время деловой части форума «УЧСИП», который пройдет в экспоцентре. Специалисты представят проекты строительства и оборудования новых школ, а также современные технологии обучения, интерактивные программы и инвентарь для проведения уроков. В рамках мероприятия проведут и конкурс «Junior Skills». На соревнования заявились команды из 150 учебных заведений, но в финал прошли только 32. Еще одна особенность нынешнего форума: на площадке экспоцентра можно будет узнать о том, какими специальностями обучают в вузах и колледжах Сибири, а также определиться с будущей профессией. Будут организованы 24 интерактивных площадки вузов, на которых в течение 3 дней и 16, 17, 18 марта будут непрерывно идти различного рода занятия с ребятами, мастер-классы. Кто-то будет вязать узлы морские, например, с университетом водного транспорта. Кто-то будет проходить на 6 площадках профессиональное тестирование.